У знаменитого актера Селима Байрактара, сыгравшего неподражаемого евнуха Сембюля Агу в «Великолепном веке», довольно увлекательная личная жизнь. Долгое время он проживал прекрасную историю любви с Бехтер Байрактар, профессиональным музыкантом. 14 лет продлился их брак, и поклонники с нетерпением ждали, когда же они обзаведутся потомством. Но Селим и Бехтер расстались. Во время съемок сериала «Восход Османской империи» Селим познакомился с актрисой Эмель Каракюсе, и они очень сблизились. Эмель младше Селима на 10 лет, и у нее есть дочь, но это никак не повлияло на их отношения. Он сразу же после развода стал посвящать Эмель трогательной публикации в социальных сетях. 5 лет они встречались, а потом он сделал своей даме предложение руки и сердца в романтической обстановке на яхте, которую арендовал специально для этого события, а 1 мая Эмель стала его женой.